Всем привет, ребята! С вами Марина, это канал FIFA by Girl. Сегодня у нас заключительный выпуск первого сезона за Манчестер Юнайтед. У нас сегодня три игры, и одна из них это финал Лиги Чемпионов против Мадридского Реала. Поехали! У нас Ливерпуль, Астон Вилла, а затем Реал. И, кстати, Ливерпуль наш ближайший преследователь. Точнее, мы за ним следуем, я все время путаюсь. Понятия. 3 очка у нас разница. Если вдруг мы сейчас выиграем, а потом дергаем Астон Виллу, вполне возможно, что все будет хорошо. Но это Ливерпуль. Поэтому я здесь на спокухе. В головах мы держим и чемпионство возможное, а может быть второе место. И финал ЛЧ. Состав Ливерпуля. Да. Валверд у них там. Ван Дайк. Эльс. Альц, точнее. Поехали. Давай, Манчестер. Давай, Поль Погба. Давайте, парни. Есть чудесный шанс побороться. Офсайд. Блин. Ух! Поприжали мы команду Клопа. Смотри, ну... Блин, ну не переключается игрок и все. Дехе на месте. Обозрение. Думала, мяч в ворота залетает. А это Бекер спас. Да, Матип там страховал. Гол! Гол! 1-0! Упамекана. С углового забиваем. Бруно Фернандеш. Да, Ван Дейк-то. Поздно прыгал. Первый гол. А да кому? Беги. А что, это был не офсайд? Да ладно. Опять тащит, а? Бразилец их. Давай, давай, догоняй. 2-0, 2-0. Антони Марсиаль. Ошиблась оборона Ливерпуля снова. В прошлый раз Ван Дейк не выпрыгнул, а сейчас... Кто так упустил? Матип или Ван Дейк? Марсиаля кто так упустил? Матип, по-моему. А Ван Дейк вообще не так. А, вон он, Ван Дейк, да, бежит. Скоростенки ему не хватило. 35 голов у Антони. Блин, да что ж такое с прессинга? Не смогли выйти. Везло. Дэвис прессинговал во всем. Слушай, ну они прессингуют, жесть. Ну посмотри, что они не дают мне выйти. Так, ладно. Я не могу выйти из-под прессинга. Они просто, я пас, они сразу набегают толпой. Салах забивает. Так, ладно, 2-1. Ошибаемся, хоть вперед выноси, не знаю. Пожалуйста. Да что? Да почему? Пас надо было просто. Как ты не отдал пас, Марсиаль? Я не знаю, что случилось. Почему пас не прошел? Там защитник вовремя, что ли? Ну, блин. И бить я уже хотела, чтобы на пустые.
ёпарасоте. Так, давай, Гринвуд. Ван де Бек, давай, Погба борьбу проигрывает. Давай, Манчестер. Спасает. Туда надо было. Ух. Так. Так, ну давай, Дембеле, выходи на ФРВ, Марсиальная ЛФА. Хорош. Я не знаю, мне не получается пас на гол отдать, а. Опять эта защита, блин, все почитает. Пожалуйста, надо. Наконец-то у нас получилась эта комбинация, боже мой. Пас пустые. Посмотрим, по разнице голов мы наверняка должны обходить их. Но я думаю, что это победа, ребят. Вряд ли они забьют нам за оставшееся время. Дембеле, голевая, Бруно. Кто, если не Бруно? Ну, я думаю, это лучший игрок Манчестера. Хоть Марсиаль в этом сезоне. Хоть Марсиаль и забил такое количество голов. Посыпался Ливерпуль. Так, пошло добавленное время, вторая минута добавленная. Фу, как же было тяжко. Еще не факт, что... А что, пенальти? Серьезно? Вот это просто казус. Мотив, ты суперзащитник, я тебе скажу. Да, да, мяч ему в руку попадает, еще и пенальти. Это что-то с чем-то, ребята. С Бёрнли, с кем-то, с Астон Виллой, Фулхэмом. Ну, какими-то такими командами нам сложно. Иной раз, вот в кубке особенно. А тут Ливерпуль. Нормально сейчас. Не, ну тут, конечно, настроить все. Поздравляем Манчестер с этой победой. У нас еще впереди Астон Вилла. Тут решится, будем ли мы чемпионами, а потом Реал Мадрид. Но все равно, мы достойны, мы молодцы. Я считаю, мы молодцы. Ливерпуль упускает возможность. Посмотрим. Еще Астон Вилла впереди. Это тоже не самое простое. А Ливерпуль играет с кем? С Фулхэмом на выезде. Ну, Фулхэм, я вам скажу, не самый легкий соперник. Все, вот такой состав. Давай, Манчестер. Есть. Есть уникальная возможность взять чемпионство в первом сезоне. Не, будем, конечно, рассчитывать, что дащеньки там как-то дернут мерсисайдцев, но это надо на себя полагаться. Худшая защита. Есть такое дело, да. Зато лучшее нападение. С худшей защитой, а есть возможность взять чемпионство. Как вам такое? Снова Де Хеа. Снова спасает. Как было в матче против Ливерпуля. Да ё-моё, да что ж такое-то? Так, Бруно в прессинге. Один ноль, но это было все благодаря прессингу Бруно Фернандеша. Набежал там Джеймс и отдал голевушку на Марсиаля. 1-0. Мартинес... Вытащил мяч из сетки, да, смотри как. Но не показали до этого, как Бруно поборолся.
2-0. Голевая Марсиале. Да что ж ты, Маркус? Давай, я на тебя рассчитываю. Что у тебя за спад случился? Надеюсь, в финале ты нормально сыграешь. Ну, я не знаю, это скорее всего мы чемпионы Англии. Посмотри, что остановил вообще не оказывает сопротивление. 3-0 на 18 минуте, 19 мы уже их делаем. Да уж. Просто мы их переигрываем. Бруно Фернандеш. Вот какая-то у них атака грядет. Смотри, что он делает, а? Не знаю, как так обороняться-то. И первый момент тоже был, кстати, у них там. Это Грилиш, понятно все. Но все равно накрутил наших защитников центральных. Блин, да... Да почему так играете, а? Почему так играете в обороне? 1-3. Один совершенно остался. А, это еще Янузай. Он нам забил. И еще поехал праздновать, побежал. И это, блин, английская премьер-лига. Такая, да. Ух, Мартина спасает. Джеймс Билл. Еще рано говорить о чемпионстве. Смотри, что. Дехе спасает, но я не знаю. Опять Янузай нас там накручивает, как хочет. А, Манчестер. Чемпионство в кармане. Да ё-моё. Ну посмотри, ну как он так накрутил? И Упамекана, и Дэвис не смог ничего сделать. Ну как? Что это такое вообще? Проснулась, что ли, Астон Вилла? Нет, пусть спит дальше. Дехе, сейф. Один четыре. Бруно Фернандеш. Класснейшая комбинация была, великолепная. Чемпионство близко. Да, как разыграли, ух. Замены сделаем, там уже уставший Погба. Давай, Ван де Бек. Ну, блин, Решфорд, что-то с ним не то. Ладно, давай Гринвуд вместо Джеймса. Стандартные наши замены. Как они это сделали? 2-4. Блин, Астон Вилла играет лучше Ливерпуля, я вам скажу. Не, ну Ливерпуль, конечно, нас задавил там морально, но мы исправились. Потом 4-1 дернули, а Астон Вилла как-то на спокухе. Да, ну такой раз отобьешь. И никто не страховал. Так, 20 минут играет, надо замены еще сделать. Упамекан уже выдохся. Ну ладно, мы Мактоминая выпустим. Фред устал. Бежит из последних сил. Ой, да... Мейсон, это что вообще за ударчик у тебя? Ну... Ух, ну 2-4 и осталось играть 2-3 минуты. Все, я думаю, мы чемпионы Англии в сезоне 2020-2021. В первом своем сезоне, где мы начали с крупнейшего, ну, крупного поражения от Сити, по-моему, да. Потом мы их дернули, ой, сколько мы пропустили. Но в то же время мы им много забили тоже. Ребята, я сейчас просто не верю в произошедшее. Я сейчас выйду из игры и покажу, что играл на легенде. Ну и с Ливерпулем я играл на легенде. Ну, надо было, может, показать тоже, но я... Ну, в смысле, после игры.
настройки там все. Но я ничего не... Вы же знаете, я никогда ничего не подкручиваю. Мне это не нужно. Доказывать что-то кому-то тоже не нужно. Ну, я... тут я покажу, да. Ну, по-моему, это видно, что мы переигрываем опять. Что мы играем на гнетарном уровне. Не соревновательный режим, да. Насладитесь этим моментом. Просто смотрите и кайфуйте. Никто не падает, да, как раньше. Они падали там, не верили своим глазам. Да, как-то спокойно. А будет церемония награждения, интересно? Да, как быстро. Обычно они там лежат, тут что-то как-то укоротили. Ну ладно. Может, в финале ЛЧ такое будет? Но в любом случае мы увидим, как, какая команда себя ведет. Капитан! Привет Магуайру передают. Чемпионство взяли, а? Кто бы вообще мог подумать? Браво, Манчестер. За это Лойс однозначно. Моррис там подтянулся. Все. Они даже с кубком не будут бегать. Сейчас без скипания все покажу вам. Ливерпуль выиграл у Фулхэма, но им это уже не помогло. Что происходит? Мы потеряли шанс чемпионства. А вы больные там вопросы задаете? Почему неудача? Блин, что с этой игрой не так? Мы выиграли чемпионат Англии, ребят. Мы стали еще крепче, потому что мы уже давно потеряли шанс на чемпионство. Это вообще как? Так, смотрим. Настройки. Вот, настройки. Легенда. Вот. Здесь все по 50. Правильно? Правильно. И здесь. Правильно? Правильно. О, господи, сколько нам денег дали? 184 ляма? Если это так, это здорово. Какой-то американец у нас юный, 15-летний там, да? Но нет центральных защитников, нет. А вот, смотри, тоже. А, я цену хотела глянуть. А как цену посмотреть? План развития. Нет, план развития нет. Хьютон разгон хороший. Вот этот Хьютон, в общем, нам нужен будет. Глянь на него, это вообще бестиара какой-то. Хотя у него 78-84. Ладно. Вот это хороший разгон, но... Вот, вот этот пацан. У него уже 65 рейтинг. Не, у остальных какая-то фигня. Рич. Может, еще и будут какие-то ребятки у нас. Фреда красный, точно, он же не сыграет в финале. За году мощный такой. У нас есть такого плана у Памекана. А вот смотри, какой пацан. 45 лямов у Брагима Канате. Что такой дорогой-то ты, а? Не, таких дорогих не берем. Для лавки, для резерва очень дорог. А, это опять, да? Они хотят... Я хочу только без права выкупа. Дубе, по-моему, это центральный, да? Ну, низкий показатель, хотя у него хороший...
Хорошие статы. Ну куда мне его? Для лавки мариновать. Хороший у него показатель. Ладно, давай переведем. Можем его в аренду сразу выставить. И все сразу берут себе свободную семерку. Так, Элис Морант. Ванден Линден. Что вообще? Что за бред, Ванден Линден? Я даже этого не видела. Я вообще не понимаю, мы про него даже речь не вели. В этой игре что-то какие-то глюки. Питер Пикок? Да его даже нет здесь. Вон, давай переведем тоже. Тримблей нам нужен. Тримблей. Ричи тоже хорош. Давай вот тебя на трансфер. Ты мне не нужен. Фишер. Перспективный игрок. В аренду. 2700. Пускай по аренде побегает. Я не понимаю, какая у него скорость. Да, уж здесь молодежки, конечно, у нас. 70. Пусть развивается. Блин, все аренды с правым выкупом. Как так-то? Сион швейцарский. Ну, может быть, они хотя бы без права выкупа. Но я не понимаю этого. Сделали как... Вы видели... Как выглядит теперь наш... Как выглядят наши парни, господи, FIFA, что с тобой? Такие бабки, ты такая глюченная. Поехали, привет, матчевую пресс-конференцию. Вообще, хоть бы раз поздравили с чемпионством. Блин, я не понимаю. Мы выиграли чемпионат, нам говорят, ну, вы давно уже растеряли все шансы. О, я, оказывается, могу менять и у этих. Я только сейчас это заметил. Какой-то турецкий стадион, а судят какой-то скандинав, по-моему. Поехали. Настраиваемся максимально на Реал Мадрид. Финал. Маркус Решфорд. Блин. Я в тебя верю, парень. В первых двух играх в этом выпуске ты... Немножко не в своей тарелке был. Ну давай. Эден Азар. Рассчитываю на то, что ты не сможешь играть против нас достойно. Так, ну а почему только с одной стороны Зидан? А где Джеймс Смит с другой стороны? Ататюрк. Стадион. Помню, мы в школе, когда изучали какие-то, сейчас вспомнила, какие-то военные действия там. Ататюрк был. Ух-ух-ух-ух-ух. Стадион с беговыми дорожками. Куртуа. Бензема. В общем, любимый состав Зинедина Зидана. Бензема, Куртуа. В общем, ребята. Верим в Манчестер. А вдруг получится? Провал. 1-0. Реал Мадрид на 6-й минуте. Карим Бензема. Оп, почему-то Шкринер побежал на фланг. Ой, Упамекана. Так бы в голову и все. Ну, это Реал Мадрид. Хотя он сейчас не самого лучшего качества игру показывает в реальном футболе. Поль Погба, ты так хотел в Реал Мадрид, так хотел. До сих пор, наверное, продолжаешь хотеть. Блин, что ж такое-то? Один их удар сразу гола. Когда в одной игре решается, мы-то привыкли по две. Да ё-моё, Шкринер на центр. Дехея спасать, а там офсайд был. Офсайд, по-моему. Шкринер увлекается, убегает на правый фланг.
это не офсайд, это Ван Бисака. 1-1. Аарон Ван Бисака. Как он подключился здорово. Даниэль Джеймс ему вырезал голевушку. Первый гол его наверняка. Вообще, я там... Я не понимала, что происходит. Это рикошет от защитника. Я и не поняла, поэтому как Погба так открылся. Кто на него так спасовал? Переломили ход встречи. Так. По владению они нас переиграли, а по статистике все равно по количеству ударов. Так, Иммобили выходит вместо Карима. Блин, да что ж с тобой? Вот мне не нравится иной раз, как играет Скотт Мактоминай, он как-то передерживает мяч. Я пас отдаю, он все еще с мячом бежит. Ладно. Спас Де Хея. Давай, Де Хея. Давай, Манчестер. И снова тащит. Снова. Ну, конечно, воздух мы проиграем, блин. Кто там? Рамс. Пипец. Так, давай, вместо Джеймса выйдет Мейсон. Слушай, ну как же так проиграли воздух, а? Алдервейрелд у них там? Он в реальном футболе разве там? Ну, руками, как обычно, травмы сыграет. Мактоминай и перевесил. Я говорил, у нас небольшое слабое звено, это Скотти. Из-за того, что у Фреда перебор желтых, он финал пропускает. А Скотти не самый иной раз надежный товарищ. Ну, я верю в него. Ну, Мейсон, ну, блин, такое забивать же надо! Прям вот в этого, в Куртуа ударил. Смотри, вот и Маркус проснулся. Красотища. 7-й гол. Так. А кого менять? Менять-то некого. Погба уставший. Давай, Ван де Бек. Давай. Все, Поль, отдыхай. На ровном месте. Это Давид Де Хея, дамы и господа. Он вытащил мертвый мяч. Опа, а вот мне Скотти говорит, ты что там говоришь такое? Вот я такие мячи умею забирать. О, Мюллер там, Дели Алли. Господи, даже состав не смотрела. Там был Мюллер, я даже его и не заметила, если честно. Да что? Да Гринвуд, ты чего? Блин, Мейсон, ты прям плывешь. Ты как мог так мяч потерять на пустом месте, а? Три Иммобили. Ну да, дела. Ну а как вот? Я не понимаю. Ну почему? Ну с места так пробил здорово. Да. Спасает Де Хея. Угловой. Опаснейший угловой сейчас будет в наш ворот. Да, ближний угол потащил. Держите Рамоса там. Экстра тайм, дополнительное время. Да, и по ударам переиграли.
пятками они там играют. Блин, вот я не понимаю, первый на мяче Ван Бисака, почему Казимир-то в итоге бьет по нему? Это Антони Марсиаль. Сказал свое слово. 3-4. Дополнительное время. Еще 4 минуты играть и второе дополнительное время. Второй экстратайм. Девяточка. А разве он там сотая минута на табло была? А, 101? Не знаю. Крутил, не крутил. Сиди, а ты там свистнуть не хочешь? Они не свистят. А, пенальти, да. Ну, классно, уже третья минута добавлена вместо одной. И у нас пенальти, потому что мяч в руку попадает Мактоминая. Мне нравится в этой фифе, когда... Зачем же ты их выставляешь? Это наша атака, то нет дополнительного времени. Блин! То у нас там 20 секунд и до свидания. Максимум минуту 20 сыграем. А здесь по 5 минут могут играть. 4-4. Короче. Марсиаль налево. Гринвуд, уходи. Дембеле сюда. Гринвуд, прости, но я тебя обратной заменой. Ну, потому что ты вообще ни о чем. Да, угадал, но не смог дотянуться. Там такое ударище было. Ну, здорово, здорово. Что я могу сказать? Шкринер фалит. Да, это не будет карточки, это просто разговор. Иск там что-то возмущается. Да ладно, там было все в рамках правил. Прям настолько надо истерить. Ух ты! Сильно. Пробил аж дыхе, мне кажется, руки болят теперь. Маркус. Да! 4-5! Бруно Фернандеш! Маркус попал в каркас! Ну как хорошо, что на добивании был мистер Бруно! Сильно здесь, сильно ударил. В перекладину. Но не было этой хваленой обороны Реал Мадрида. Судья, ты не хочешь свистнуть? Все! Все, это победа, мы выигрываем Лигу чемпионов в этом сезоне 2021. И мы выигрываем английскую премьер-лигу. Я вам скажу, ребята, нет слов.
Да, конечно, обидно, что Гринвуд так проявил себя неудачно. Ну ладно, пусть не расстраивается. О, хоть где-то нас поздравили. В чемпионате Англии какие дела? Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, первое, второе место, 89 очков. Тоттенхэм и Сити в четверке. Арсенал, Лига Европы. Лестер там на пятке наступал. Волки на восьмом. Фулхэм на 15-м. Вылетает Саутгемптон, Вестбром, Лидс. По-моему, да, там может... Да, по-моему, таковых нет. В Кубке Англии финалист. Победитель Тоттенхэм со Стоук Сити сыграл. В Кубке Лиги Ливерпуль проиграл Фулхэму 1-2. Бомбардиры. Я думаю, здесь нет ни у кого никаких сомнений, что это Антони Марсиали. Кстати, Харри Кейн на втором месте. Бруно на третьем. Решфорд на шестом. Теперь мы посмотрим бомбардиров в ЛЧ. В Кубке Англии Харри Кейн, Карабао Кап, Норрис из Колчестер. В Лиге Чемпионов Фернандеш лучший бомбардир, 11 очков. Азар на втором месте, потом Марсиаль, Криштиану, там Рэш. В Лиге Европы Милик. Дехея сыграл, вот столько матчей. Он практически везде играл. Хендерсон сыграл поменьше. Ну, 9 за сезон. Мало, конечно, для такого вратаря. Что делать? Да, будет продан Телиш. Туанзеби сыграл 11. Да, ребята. Сейчас я прокручу вам статистику. Посмотрите ее. Кому это интересно, там стоп-кадры делайте. Ну, на стоп, в смысле, нажимайте. Ну, лучшие игроки сезона, я считаю, это Марсиаль, точнее, сначала это Бруно Фернандеш, потом Марсиаль. На третьем месте, наверное, Погба с Решфордом. Вот я так выделил. Какие задачи мы выполнили? Молодежь развили. Кстати, мы не смогли 5 сухих матчей гостевых. 5... А, серия такая должна была быть. Да, не смогли. Мы вообще больше всех пропустили. Дойти до финала мы его выиграли. Да, вот в Кубке Англии не повезло. Там нас вынесли... Волки в Лиге, а в Кубке Англии Фулхэм. Но мы на первых местах. И пропустили, сейчас я скажу, сколько мы. Пропустили мы больше всех. Ну и забили, мне кажется, больше всех. 150 забили, 83 пропустили. Да, 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 конечно, жалко. Ну что ж, ребят, скоро начнем новый сезон. Для тех, кто не подписан на канал, пожалуйста, подпишитесь, если вам это все интересно. Не забывайте оставлять свои комментарии. Я думаю, этот выпуск стоит однозначных ваших лайков. Всем большое спасибо за просмотр. Скоро будет второй сезон. Увидимся. Пока, салют. Ах, вау. Болейте. Только футбол.